Здравствуйте! А сегодня мы будем вязать елочку. Такой подарок, сувенир новогодний, прекрасный презент. 270 метров в 100 граммах у меня вот такой акрил. Вот это полушерсть коричневая, немножко белого. Все они приблизительно одной толщины. Буду вязать крючком номер 2. Коричневая — это как бы ножка, ствол елочки, ножки ее. А зеленая, конечно же, это сама елочка, ее одежка. Я взяла проволоку вот 36 сантиметров. Для того, чтобы проволочка стала нужного цвета, нужно ее обмотать ниточкой. Для этого кончик проволочки вот так намазываем клеем. Укладываем кончик нитки вот так сюда, к началу проволоки, и начинаем наматывать вот так с самого кончика, придерживаем только, чтобы она не слетела, а дальше уже начинаем вот так вот наматывать, вращаем проволочку и наматываем по кругу вот так вот по всей длине. Теперь вращаем и наматываем всю проволочку вот так, в конце тоже клеем закрепим, смажем клеем. Продолжаем наматывать в конце тоже, чтобы она приклеилась у нас здесь к проволочке. Вот таким образом. Можно повторить, чтобы она никого не уколола. Пройти вот так вот теперь в обратную сторону, чтобы здесь не разматывалось. Вот так вот еще разочек просто потуже подтянуть. И пройти вторым кругом вот так вот. Все. Вот так сделали проволочку. Оставим чуть-чуть, пусть подсохнет. А здесь теперь мы сведем вот так вот концы между собой и найдем середину этой проволоки и согнем ее вот так вот плотно-плотно, обе половинки соединим. В конце вот тут дожмем даже плоскогубцами до полного соединения. Лучше плоскогубцами это делать, но у меня под рукой кусачки, я делаю сейчас кусачками. Вот так вот соединили их между собой и сделали вот так одной длины. Вот, ниточка приклеилась теперь уже окончательно, ее можно отрезать. Кончик это, эти концы не будут видны, можете сильно за них не переживать, потому что они будут прятаться в башмачке. Но все же тоже хочется, если ребенок их достанет, если это вы подарите ребенку, чтобы он, но как бы не укололся, поэтому максимально делаем их вот приятными на ощупь. Все, сделали вот тут вот, заострили максимально, а вот так дальше теперь разведем их вот так вот буквой L. Не слишком широко, а так нормально, как бы на ширине плеч. Теперь еще вот тут внизу нужно сделать вот так сантиметр. Вот так вот берем за пол сантиметра от края, вот так сгибаем внутрь. Один, и точно так же второй. Вот так два крючочка сделали. А теперь вот тут, где у нас заканчиваются эти крючочки, вот так еще согнем сюда, вперед. Мы делаем ноги. Вот. Чтобы они были одинаковой длины, чтобы все совпало. Вот берем на одинаковом расстоянии, тогда получится вот такие вот ножки. Стоять эта елочка не будет. Сделали. Теперь нам нужно связать ей иголки. Для этого берем зеленую ниточку. Сейчас мы будем вязать вот такую вот полоску. Я ее уже связала. Но в самом начале я вот тут сказала, нужно связать 3 штуки. На самом деле их нужно связать штук 20. Я связала 3. А сейчас я довяжу в обратную сторону еще сюда 17 штук. А вам напишу с самого начала, чтобы вы вязали их 20 штук. Начнем вязать сверху ее. Вниз будет удобнее довязывать на нужную длину. Петля амигуруми, в петлю амигуруми вот так затянем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В обратную сторону провяжем теперь за заднюю стенку петли. Один, два, три столбика провязали. Дальше. Один, два, три, четыре, пять. В обратную сторону вяжем 1, 2, за заднюю стенку петли 3,
Теперь снова 1, 2, 3, 4, 5. Снова вяжем. 1, 2, 2, 3 столбика за заднюю стенку петли. Сделали. Теперь снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель вяжем. В обратную сторону вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков за заднюю стенку петли. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель. И снова в обратную сторону вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Столбиков без накида. И так провяжем 4 полоски одинаковых по 5 столбиков в каждой полоске. Вот я провязала 4 полоски, теперь уже по 5 столбиков в каждой полоске. Теперь дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 воздушных петель. В обратную сторону вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков провяжем в обратную сторону. Теперь снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 воздушных петель. Снова в обратную сторону 7 столбиков. Провяжем таких теперь 5 полосок по 7 столбиков. Я связала вот теперь 5 полосок вот этих по 7 столбиков. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 воздушных петель. Дальше в обратную сторону за заднюю стенку петли вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков провязали. Снова 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 воздушных петель. В обратную сторону опять вяжем 9 столбиков и провяжем таких 6 полосочек. По 9 столбиков в каждой полосочке вяжем. Я связала 6 полосочек по 9 столбиков. Теперь вяжем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. За заднюю стенку петли вяжем в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Продолжим также вязать по 11 столбиков, еще 14 таких полосочек. Итак, я связала, вот закончила, связала этих 14 штук по вот этих вот по 11 одинаково, их нужно не... Итак, я вот довязала, и в самом начале, получается, я провязала 20 штук вот таких вот коротких. А дальше пошли вот с нарастающей. И до конца, в конце по 11 столбиков, 14 штук. Теперь сделаем так. В самом верху вот тут нужно смазать клеем. Значит, есть два варианта. Можно пришивать иголочкой, взять зеленую нитку с иголкой и пришивать их вот к этим проволочкам. Можно смазать проволочки клеем и все это приклеивать. Если приклеиваем, то снаружи, вот с наружной стороны, вот так вот смазываем клеем. Сначала небольшой вот такой участок берем, вот чтобы удобно было рукам держать ее. Не всю сразу длину смазываем. И закрепляем вот эту вот ниточку. В самом начале вот тут вот так закрепим и укладываем эти полосочки, вот эти веточки
вот таким вот образом по кругу, по спирали. Вот так направляем их вниз, на самой макушечке вот тут хорошенечко придерживаем. Вот эту тесьму не натягиваем, укладываем ее вот так вот мягенько, свободненько на макушечку сюда. Теперь под вот эти вот, под них плотненько туда укладываем дальше. Вот эти поднимаем и укладываем под веточки сюда внутрь. Еще вот так вот поднимаем и укладываем. Не натягиваем. Вот так свободненько укладываем. Вот покуда есть клей, до тех пор вот так по спирали вот укладываю. У меня еще клей тут есть. Вот так я еще здесь положу одну дорожку. Вот так, наверное. Вот так. Теперь еще немножечко клея добавить можно. Вот так вот полоску пониже. Не растягиваем вниз тоже. Укладываем понемножку. Стараемся поменьше, чтобы вот эти вот кучеряшки наши зацепили клей. Вот так вот поднимаем. Вот можно держать даже вот в этом направлении. Вот так вот. И вот туда поближе к... У меня здесь получается нужно сделать разворот. Я его сделаю, поскольку я вязала в другую сторону. Вот поэтому я сейчас начну вот в эту кучеряшки, чтобы были вот этими кучеряшками наружу, наверх. Вот так вот. И я продолжу теперь в эту сторону наматывать. Так, чтобы кучеряшки смотрели наверх. Клей закончился. Продолжаем его. Продолжаем смазывать теперь дальше полоску. Чтобы они все держались хорошо, мы их склеиваем. Вот так. Продолжаем туда вот под кучеряшки вот эти предыдущие укладывать следующие. Без натяжки, произвольно, легко. Следим за тем, чтобы эта спираль, наша тесьма не прокручивалась, чтобы они все вот так вот шли по прямой полосочке. Вот у меня закончилась тесемочка, и я теперь вот тут на последней, где вот тут ближе к краешку у меня она, подталкиваем их вниз, чтобы она вот так плотненько собралась, эта елочка, вот своими кучеряшками наверх, вот так вот. И вот тут вот в конце, в самом, вот эту ниточку нужно обмотать вокруг ножки, чтобы она приклеилась вот так хорошо клеем кончик. Когда приклеится, лишнее отрежется. Теперь опускаем вот так вот вниз эти все иголочки, слегка направляем веточки ее немножко вниз. Вот такая вот елочка у нас получается. Теперь ей нужно связать шапочку и шарфик. Мы сейчас ей их свяжем. Теперь возьмем белую нитку, петля амигуруми. Петлю амигуруми провяжем, затянем вот так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 15, 16, 17, 18 воздушных петель провязали, соединим в кольцо, провяжем столбик, раз, дальше за заднюю стенку петли продолжаем вязать, два, три и так далее, 18 столбиков за заднюю стенку петли вяжем. Ряд до конца. Провязали, проложим маркер. Дальше теперь вяжем по одному столбику из каждой петли. По 18 столбиков в каждом ряду. Еще два ряда провяжем. Я провязала три ряда белой ниткой. Еще два.
Теперь меняем цвет на красный, кончик красной нитки укладываем к началу вязания и провязываем основание столбика только за переднюю сторону петли, стенку петли. Дальше убираем кончик красной внутрь, белую тоже убираем внутрь, отрезаем ее и закрываем столбик красной ниткой. Дальше вяжем уже красной ниткой, но опять же только за переднюю стенку петли. Столбики 1, 2 и так далее. До конца ряда всего 18 столбиков провяжем за переднюю стенку петли. Провязали ряд за переднюю стенку петли. Дальше теперь вяжем все столбики за всю петлю. 18 столбиков, еще 2 ряда красной ниткой. По 18 столбиков в каждом ряду. Я провязала еще 2 ряда красной ниткой по 18 столбиков. Теперь первую и вторую петлю провяжем вместе. Дальше по одному столбику из каждой петли провяжем этот ряд до конца. И еще 2 ряда провяжем по 17 столбиков в каждом ряду. Вяжем. Провязали ряд. Следующий ряд вяжем по одному столбику из каждой петли 15 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15. Последние 2 столбика провяжем вместе. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли 2 ряда по 16 столбиков в каждом ряду. Вяжем. Провязали 2 ряда по 16 столбиков. Теперь первый и второй столбики провяжем вместе. Дальше закончим ряд по одному столбику из каждой петли. Получим 15 столбиков в этом ряду. И провяжем еще 2 ряда по 15 столбиков в каждом ряду. Вяжем. 2 ряда по 15 столбиков провязали. Следующий ряд вяжем 13 столбиков по одному из каждой петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Провязали. Дальше 2 столбика провяжем вместе. Следующий ряд. Следующие 2 ряда провяжем по 14 столбиков в каждом ряду. Провязали 2 ряда по 14 столбиков в каждом ряду. Теперь снова 2 столбика провяжем вместе. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. Получим 13 столбиков в этом ряду и провяжем 2 ряда по 13 столбиков в каждом ряду. 2 ряда по 13 столбиков провязали. Теперь снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. По одному из каждой петли. Дальше 2 столбика провяжем вместе. Следующие 2 ряда провяжем по 12 столбиков в каждом ряду. По одному из каждой петли вяжем. Провязали ряд. 2 ряда, 12 столбиков. Теперь снова первый и второй столбики провяжем вместе. Дальше по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда. Получим 11 столбиков в этом ряду и провяжем 2 ряда по 11 столбиков в каждом ряду. Провязали 2 ряда по 11 столбиков в каждом ряду. Следующий ряд первый и второй столбики провяжем вместе. Дальше по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда, получим 10 столбиков в этом ряду и провяжем 2 ряда по 10 столбиков в каждом ряду. Провязали следующий ряд, снова первые 2 столбика провяжем вместе. Дальше по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда, получим 9 столбиков в этом ряду.
И провяжем еще два ряда по 9 столбиков в каждом ряду. По одному из каждой петли вяжем. Провязали следующий ряд, вяжем снова 2 столбика вместе. Дальше по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда. Получим 8 столбиков в этом ряду. Провяжем 2 ряда по 8 столбиков в каждом ряду. Провязали 2 ряда по 8 столбиков. Теперь снова первый и второй столбики провяжем вместе. Дальше по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда. Получим 7 столбиков в этом ряду. И провяжем 2 ряда по 7 столбиков в каждом ряду. Вяжем. Провязали 2 ряда. Следующий ряд снова 2 столбика провяжем вместе. Дальше по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда. Получим 6 столбиков в этом ряду. И провяжем 2 ряда по 6 столбиков в каждом ряду. Провязали. Следующий ряд снова вяжем первый и второй столбик. Провязали. Следующий ряд снова вяжем первый и второй столбики вместе. Дальше по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда. Получим 5 столбиков в этом ряду. И провяжем один ряд 5 столбиков. Провязали ряд 5 столбиков. Теперь дальше вяжем первый и второй столбики вместе. Третий и четвертый столбики вместе. И снова 2 столбика провяжем вместе. Последний и первый. Закрепим нитку. Отрежем. Чуть-чуть длиннее отрезаем, для того, чтобы удобно было потом присоединить помпон. Вот такую вот конусную, очень длинную шапочку мы получили. Эту шапочку можно применять и для гномиков разных, для елочек. Вообще она такая декоративная, интересная, забавная шапочка. Теперь вот эти вот узелки внутри свяжем между собой. Вот эти концы ниток внутри свяжем между собой. Отрежем. Так, чтобы они не выглядывали просто. Так, маркер можно выдернуть. Сделаем теперь кисточку или помпон на конец вот этой шапочки. Можно сделать помпон, белую с красной ниткой смешать. Можно сделать кисточку, красную или белую. Любую декоративную вещичку. Можно просто повесить сюда красивую большую бусину. Например, тоже будет очень интересно. То есть тут уже вы сами решаете, что вы хотите сюда сделать. Я хочу в эту шапочку вставить проволочку, поэтому я вот так вот сейчас отмерю где-то вот такой вот длины. Отмерю вот такую где-то длину проволоки. Как длина шапочки. Вот такой длины отрежу проволочку. Как делать кисточку, смотрите ссылку под видео. Я взяла вот проволочку такой длины, как шапочка. Теперь я заверну ее вот этот кончик, совсем-совсем маленький, вот такой вот, чтобы он не уколол никого. Мы его заворачиваем очень плотненько, вот так вот прижимаем, потому что нам нужно, чтобы он был остренький, но надо так, чтобы он никого не колол. То есть максимально остро получается вот такой вот у нас кончик. Вот. А теперь вот тут на елочке... За вот эту вот петлю нашу, которая здесь у нас вот есть вот между двумя нитками, в этот сгиб сюда, между двумя планочками заведем вот эту вот. И тоже согнем вот эту проволочку, вот так согнем ее крючочком, зацепим вот так вот и прижмем покрепче. Прижать лучше, конечно, плоскогубцами. Дожимаем так, чтобы она просто не падала отсюда. Вот так вот сделали. Теперь заведем ее вот сюда, в эту шапочку до конца. И наденем вот эту шапочку теперь сюда, вот как бы на голову, на елочку. Вот так ее надеваем сюда. Вот. Она как бы не будет спадать благодаря этому. И держать будет форму. Теперь я вот так вот согну ее назад. И она будет у нас вот так вот сидеть на голове у елочки. У елочки на макушке. Здесь мы вот эту можем согнуть теперь вот так. Вот так, как будто бы она за ней сзади летит на ветру.
колышется. Вот. И она как бы не будет спадать. Здесь в самом конце вот эта петелечка у нас есть. Она вот тут в самом конце. Мы ее потом прошьем еще иголочкой для того, чтобы она не слетала. Чтобы зафиксировать шапочку еще дополнительно. Возьмем фломастер. Уложим сюда вот так вот маркировочную нитку петлей к себе. Вот так положили. Слегка придерживаем. Теперь прижмем вот так вот белой ниточкой сюда. И вот так вот наматываем вокруг. Так, чтобы здесь осталась петля. Вот, а здесь эти концы, чтобы не спрятались, чтобы вы их не потеряли из виду. Наматываем теперь вот так вот эту белую нитку. Наматываем много. Не стесняемся. Мы будем делать помпон белый. Вот я намотала вот столько, например. Оставлю сейчас вот тут. Теперь я вот эту красную ниточку, что у нас остался кончик от шапочки, проложу вот так сюда. Теперь потяну вот это, пока придерживаем вот так, чтобы не убежало. Потяну вот эту вот нитку сюда. И вот так вот туго-туго связываю ее вот тут. На узелок. Максимально туго, насколько это получится. Еще я завела вот так сюда. У меня получилось не слишком туго, поэтому я еще вот так заведу сюда крючок под низ и протяну вот так вот еще, чтобы стянуть. Все-таки крючком стягивается получше. Вот так вот туго-туго стягиваем. Вот, закрепили, отрежем. Вот так вот закрепили нитку теперь. Вот, теперь мы можем снять эту петлю, только снимаем аккуратно вот так и на ножницы, чтобы потом не запутаться. Вот так ставим ножнички сюда и снимаем прямо на ножницы. Вот так вот. Вот так вот оттягиваем теперь вот эту вот связанную нашу деталь. Теперь можно еще разочек продеть сюда крючок. И вот эту белую нитку тоже вот тут вот зафиксируем. Разочек вот так закрепим, чтобы она не стянула нам, чтобы она не убегала. Мы ее вот так закрепим еще здесь тоже. Теперь снова возьмем красную нитку и еще. Наша задача как можно туже стянуть и как можно крепче связать вот эту вот петлю. Можно не на ножницах держать, можно сюда продеть все что угодно. Главное, чтобы не так туго, как там было. Я теперь заведу вот сюда вот так вот иголочку, спрячу узелок внутри. В две нитки. Это опять же для прочности. Заведу под низ, под вот эту опять в этот пучок. И туго-туго вот так вот закреплю. Прямо пришью к этой, к этому кончику. Вот так насквозь. Еще разочек также продену. Затягиваем потуже. Вот так хорошо-хорошо, очень туго. И еще вот так вот туго-туго-туго закрепили. Теперь закрепим вот так вот за вот эту перетяжку. Вот так проденем, чтобы она не съезжала. Затянем вот так вот. И еще разочек вот так же. За вот эти нитки, которыми мы стянули. Теперь завяжем узелок. Так, чтобы он был потуже. Его тоже вот так вот подтягиваем. Все. И заведем эту нитку теперь сюда вот так в шапочку опять подальше. Теперь мы можем разрезать вот эти нитки. Вот этот пучок. Он у нас туго стянут, он теперь не должен у нас разъединиться. Теперь пока у нас иголка здесь, внутри, нащупываем вот эту вот нашу петельку металлическую, подталкиваем ее туда вот так до упора. Вот сюда вот я ее подперла, вот она у меня
Видите, вот зелененькая там виднеется. Вот, и в нее, стараясь в эту в серединку просунуть иголку. Вот так я прошила. Теперь разочек сюда вниз. Шапочку просто. Не нужно за узелок цеплять, а просто за шапку. И еще раз в эту петлю. Это для того, чтобы не убегал кончик, не вытягивался. Все, я закрепила за проволоку. Чтобы сделать помпон поменьше в размере, его можно слегка подстричь. Вот эти края помпона, которые уходят наружу, мы их слегка вот так подстригаем. Эти ниточки всегда немножечко длиннее, чем должны быть. Получаются, они были намотаны дополнительно сверху, поэтому их длина немножечко больше, чем серединка. В общем, где-то вот так вот равняем. И можно либо ниточки вот так раскручивать потихоньку, посидеть, пораскручивать их, либо расчесать вот так вот расческой. Но стараемся расчесывать очень нежно и аккуратно, чтобы они не повыдергивались из нашей вот этой затяжечки. Вот так мы распушили снаружи сначала. Теперь вот так отодвигаем, распушаем дальше внутри. Потихонечку, с легкими движениями, чтобы не повыдергивать то, что затягивали. Аккуратными такими небольшими движениями. Вот так вот слегка его распушили. А теперь после этого еще можно вот так подровнять внизу, где он у нас опускается вниз сюда. Те ниточки, которые, может быть, выдернулись, тоже их можно слегка подстричь. Где-то вот так вот сделали помпон. Вот такой. Вот он теперь у нас летит на ветру. Вслед за елочкой, за шапочкой, которая спешит на Новый год.